Спешу предупредить то, что после этого ролика будет стрим, и он будет по ссылке в описании. Поэтому переходи, как только досмотришь, буду тебя ждать. Мусоробляди. Лицом к стене, раз, лицом к стене. Выдаем правильную форму и ждем, пока недочеловек себя забанит. И в этот момент к нам подходит еще одно какое-то нечто. Еще пришел подожди. Гиперяйцы. О, это скрипка. Да я думал, как-то ебан. Да пофиг, даже если, да пофиг, пойми, даже если это скрипка, пофиг, правда? Я его мозг не хочу ебать. Не, бля, я от него не останусь. Бля, я ему весь ролик испорчу нахер. Блядь, ну что пиздит, это проститутка. Всем еще раз привет, ребята. Прошлое видео закончилось достаточно резко, и я решил сделать такой небольшой экскурс, чтобы некоторые ребята, кто не видели прошлый ролик, понимали, о чем будет идти речь в сегодняшнем. Но все равно я вам настоятельно рекомендую почекать первую часть, прежде чем начинать смотреть эту. Обычно, когда я снимаю Dark RP, я в основном вырезаю подобных челиков, которые хотят как-либо заруинить ролик. Они в основном делают следующее. Просто бегают, орут что-то, забивают voice chat, из-за чего не удобно и нереально нормально записывать видос. Достаточно просто перезайти в любой другой день и нормально дособирать материал, чтобы тебя никто не пропалил. Почему так важно, чтобы меня не спалили во время записи ролика? Потому что когда никто еще не знает, что я на серваке, ребята ведут себя несколько по-другому. Вы можете это заметить по любому из моих видосиков. Но этот случай не то чтобы особенный, просто в обоих из этих вариантов, что меня спалят, что не спалят, челик ведет себя достаточно обычно для себя. Это такая неугомонная бэд, которому очень хочется посидеть с кем-то на жалобах, завалить кого-то кучей жалоб по какой-то херне, чтобы выполнить какую-то свою внутреннюю галочку, задушить медийку и выжать его с сервака, да? Я сначала подумал, что, ну, реально, может, все-таки стоит перезайти, сейчас нормально, ничего не пособираю, ребята будут мешать. А потом я понял, что материал для ролика бегает буквально за мной. И если уж очень хочет он посидеть со мной на жалобе, то, скорее всего, ему будет, наверное, неважно, кто будет на какой стороне. Обвиняющий, обвиняемый. Правильно? Ну а теперь нам пора начинать. Приятного просмотра, ребята. А еще, кстати, да, чуть не забыл. Это видео было снято на Infinity RP, поэтому IP-шник, а также промокоды, которые находятся у вас на экране, вы можете найти еще и в описании под этим видео. Погнали! Че он там пишет, интересно, блядь? Ничего, в этом-то и прикол. А, да? А че у него так? Это баг такой бывает. Такой баг бывает. Пошли ему просто помогать. Я ему помогать, блядь, точно не буду. Все, это мой напарник, и ты тоже. Я ему честно, блядь, мозги иду. А ну, Каспер, иди сюда. Давай, давай. Блядь, не смог залезть. Давай ты его, короче, ёбнешь и проверим, это реально, блядь, этот скрипка или нет. Это реально он. Это он. И как долго он тут? Ну, как, сейчас скажу, ну, полчаса, ну, как, блин, когда он зашел, он сразу меня подловил. Сильно не опоздал. Понял. Ага. Ну, погнали дальше. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, часа... стоит, втыкает. А, блядь, ты же понял то, что я не сват? Раз это не сват, то чем он занимается и какая у него профессия? Тэпать его сразу же и спрашивать его об этом в лоб было бы странно и заруинило бы мне ролик моментально, а мне этого не надо. Еще давно. Он так долго это печатал, ебать. Да не, это кажется не он, мне кажется, блядь. Ну как ты себя вдупляет? Это может быть он все равно. Ты, блядь, ты же понимаешь, что его уже узнают, даже если он меняет никнеймы и так далее, блядь. Ну, его да, все равно, блядь, можно узнать по... Он даже если делает ошибки, ты вспомни, его из одного ролика он притворялся, типа, так же, то, что писал с ошибками специально. В чем? Так, блядь, что это он, по-любому. Я такое еще, блядь. То, что понял, я просто открыл камеру, он, блядь, из-за этого, блядь, прикопался ко мне. А ну, подожди, говорят, смотри, как быстро подловить скрипку. Молодой человек, быстро работать. А ты ж понял, что он услышал? А че, если убить его нахер? Тебе пизда. Ну я 10 минут не хочу, да, в принципе. Дайте денег, пожалуйста. А почему не дома во время кача? Ну вот, попросите у этого человека, он богатый слишком. Сфигали.
А вот так, я знаю тебя, блядь, у тебя все время бабки есть, давай, делись. Ой, блядь. Не понял, молодой человек, а вы фейковый сотрудник, а ну-ка, лицом к стеночке. Никогда такого не было, я FAB. Теперь все предельно понятно. Нон-РП, Джопабус и правила маскировки. Расскажу обо всем поподробнее. Нон-РП, потому что он не отыгрывает роль своей профессии, а профессия у него, да, не госовская, а вайпер. Это наемник на серваке, который должен бегать по серваку и делать заказы, чего он, собственно, не делает. Джопабус у него проявляется в том, что он использует эту профессию чисто ради маскировки, чтобы побегать за мной, замаскировавшись под какого-нибудь госа и чтобы меня позаебывать. Ну, согласитесь, это не РП причина, чтобы использовать маскировку. Ну и последнее, что он нарушил на данный момент, это правила маскировки. Да, такие тоже есть. И конкретный пункт, что он нарушил, это то, что он, маскируясь под челика какого-то, под ФБИ даже, не пытается притворяться профессией, под которую он одевается. Это не значит то, что нужно бегать и помогать в арестах каким-то другим копам, не знаю. Нет, это вовсе не то. Нужно просто сохранять видимость того, что ты реально госсотрудник. Напротив, он сам об этом прямо говорит, что он не является по-настоящему ФБИ, и это странновато. А ну-ка, сейчас вас проверим на нелегальчик. На нелегальчик мы вас проверять будем. Ладно, вы чист. Я чист. Вы что, больные, что ли? Есть такое. Блять, я в ахуе с вас, ребят. Зови хуй. Посмотри вот на этого человека. Ну, блядь, ну, пожалуйста, ну, не мешайте вы ему, сука. Не-не-не, хочу. Пожалуйста. Ой, я у него, будет, я не у него не третий будет. Раз в ролике буду подряд. Ну, блядь, ну, не мешай ему, я второй. Я ему хочу, блядь, теперь заруинить. Да, а как он заруинит, если он сейчас за бан, блядь, получит? Я, короче, не дайте мне еще денег, пожалуйста. Забей хуй. Я все понимаю, понимаете, я все понимаю. Ну, вы понимаете, вы вот этой хуйней сейчас страдаете, да? Ага. Я, конечно, понимаю, вот вас может лично неприязнь к человеку, да? Вот лично неприязнь. Или вы хотите видосик там прославиться? Ну, блядь, не мешайте же человеку настолько. Я просто ему заруинить хочу. Не, ну все, подожди, стой. Ладно, момент, ладно. Не, ну смотри, типа, по факту он это все снимает прямо сейчас, но по факту он это все вырежет, потому что, типа, ну, представь, ролик, где вот этот вот момент с вот этой всей хуйней, ну, это тоже так себе, так что, блядь, он это по-любому обрежет. Как быстро напугать ложку, пригрозить ему. Ну, понимаете, все руинить, прямо слово совсем, весь видос. Но он все равно это обрежет, блядь, ты думаешь, он вставит в это все в ролик? Вы понимаете, он даже снять ничего не успеет, вы ему все руините. Вы хотя бы половину, блядь, я не знаю, ладно, вы заруинили 20 минут. Ладно, вы заруинили, ну, блядь, ну, 30 минут, ну, хули вы тогда все прям руините человека? Обрежет. Я знаю, говорю, ну, блядь, ну, не все же. Блядь, я пошел дальше гулять. Билла, бля, я хуею с вас. Ой, мудак. Ой, блядь. Соси... Бил, блядь. База. Если что, я нахожусь в спектейте, а сам мой персонаж находится справа вверху, его за него этот челик подошел, который меня дефал, и я ему ответил база-база на его утверждение о том, что это долбоебы. Но оказалось все не так-то просто, пока я наблюдал за ними, за мной следил же другой долбоеб, который отлетел в начале ролика за провокацию полиции. Из-за того, что я пару раз что-то сказал в войс-чат в этот момент, у него появились вопросы касаемо моего войс-мода, и у него появился повод мне наконец-таки тэпнуть и забанить хотя бы за что-то, ведь я их очень сильно обидел. Из-за того, что они оба поотлетали на 10 минут. 10 минут Dark RP достаточно, чтобы тебя кто-нибудь возненавидел. Это я уяснил, играя на этом режиме. У тебя есть разрешение на войс-мод? На какой? Войс-мод. Ну скажи что-нибудь в микрофон. Не хочу. Скажи что-нибудь в микрофон. Не хочу, некомфортно. Ну ты скажи. С чего у тебя такие мысли появились? Ой, ебать, там такой писклявый голос у тебя был. Ты хоть объясни. Я как будто не отличу от настоящего. Ну я школьник, потому что лол. Какой у меня еще голос будет? Скажи, что это микрофон? Блять, дебил. Любое слово скажи. Да не хочу я тебе говорить по команде, я что, собака? Да, ты не. Ну скажи, а... Ёбнутый. Блядь. Ты ёбнутый? Ну скажи тебе микрофон что-нибудь. Лол, да иди нахуй. Я проще жалобу подать. Ладно, тебя пущу. Кто примет жалобу? Ты свободен. А у тебя нет адекват. Что? Что? У тебя нет адекват. Ты больной МБ. Ты больной МБ. Ты меня послал ты нахуй. Ты меня сам оскорбляешь. Так ты меня нахуй послал. Я сейчас не адекват выдам. Не адекват. Сука там.
Алло, один час. Ты меня сам осмеять. Ты в порядке вообще? Ты мне сказал, что я собака, блять. Ну это не оскорбление. Ну собака, блять. Его на улице собака, скажу. Собака. Собака — это не оскорбление. Это животное. Да. Так я вот здрасте. Собаку нахуй пошлю. Это не Оск тоже. Начал говорить, мол, скажи че-то в микро. Я говорю. Ага. Я че тебе собака по указке говорить? Он говорит да. Я его посылаю Оса. Нахуй. Мне такой от тебя. У него нет, потому что ты его первый оскорбил. Не задавай вопрос, ответа на который ты не хочешь услышать. Я сделаю ровно наоборот. Потому что меня уже считают душнилой, да меня уже доебываются. Не по факту моих нарушений, а по факту того, кто я есть. Если у них уже сформировалось какое-то мнение, зачем мне их в чем-то переубеждать? Так он меня послал. Не такой. Он тебя послал из-за того, неадекват то, что... теперь. Он во-первых, больной. Стит, я тебя сейчас на одном сервере ай-яй-яй сделаю за то, что так людей душишь и душишь. И за то, что их оскорбляешь. А во-вторых, да. АДМ 1-2. АДМ 1-2. А, да? А вот АДМ я не могу. Давай я сейчас танка попрошу сюда. 1-2, неадекват. Мам, этот хочет мне ролик заруинить, да, его звон. Вообще смысла нету звонить. На вот деньги возьми какие-то. Ксит, короче, сказал, типа, скажи что-нибудь в микрофон. Он сказал, гипер яйца сказал, типа, я тебе что ли там, кто там, я тебе собачка, чтобы что-то, ну, короче, чтобы тебе, типа, подчиняться, типа, словом раб. Он сказал да. Во-первых, оскорбление игрока, плюсом во время жалобы. Гипер яйца сказал, пошел, типа, туда-то, потому что, ну, ему это не понравилось, понятно. Он чмо. А хули он так разговаривает, будто у него одышка через каждую букву и держится он на одном хп? Надо бы об этом спросить. И Ксит теперь хочет ему выдать неадекват. Привет, ложка. АДМ 1-9. Зачем жирный ебанат включает микро? Хартвилл на хитманы. Так, гипер, закрой ёбку. Все разошлись. Пиздец, он реально думает, что он чего-то стоит. Рекавери хитманера и гипера. Ебать, тут еще и Кизару есть. А че он не в Барселоне? 1-9 причем. Я просто не адекватил за АДМ профу. А че за 1-9? Кизару. О, вот это смешно. Зато то, что ты, у тебя выдадут уже 2 дня бана. Неадекватное сообщение. Ну так че ему будет что-то за это? Смотри. Ну, доказательства вообще нужны, потому что я-то не знаю саму ситуацию. Ну, про собаку Ксит уже сам уже это... Как кто он? Хочет заруинить видео? Короче, сам признался. Гипер. Оно терпит бой, тебе же сказали, так он уже собирался выдать неадекват. Ну видишь, если неадеквата не было и он бы выдал, это было бы уже 1.8. Но то, что он собирался выдать 1.9, здесь не будет. Дима, уйди отсюда, пожалуйста. Тут жал. Бан, водку, прощение. Мозг. Да, премьер. Мозг, да, сразу же. Я доказываю. Бан. Ксит сам. Бан. АДМ 1-2. Же переедет за 29 по любасу ютубер. Бан. Да 1, даже 9, если ютубер, пойми, это наоборот плюс инфиг. Извиняюсь, тоже перебил сам. Кто? Бан нахуй. Сейчас я ему, в принципе, варну выдам. Да нет, ну насчет ты этого... Ты дрожал, реально? А ты сейчас что-то да, там боишься его? В смысле? Нет, я дрожал. Ты такой, а здесь дрожало? Да потому что я думал, типа, как, блядь, это правило подвернуть. Потому что я еще вспоминал, типа, как... Мы обсуждали это правило. Я не помню, как именно. Ну, типа, если человек... Какой трэш, блядь. Бля, короче, подожди, я сейчас задам это, выдать вам. Походу, блядь, добил, блядь, этот чел, как его там, ну, блядь, скрипка добился того, чтобы, блядь, чела за АДМ забанили. Боже, блядь. Как мне это удается, блядь, интересно. Приседай, ёбаный. Давай приседайте. Слышь, гудай, что душница, моя Кения. Блядь, а кого они душнят, я не понимаю, они ж нихуя не делают. Кеник, к тебе тоже это относится. Вот этот блок, смотри, вот скрипачи падают. Да это не скрипач. Вы что, с чего вы взяли? Я не слышу, блядь, что тут произошло? Я сейчас тут, блядь. Цепочек решил просто под него замаскироваться.
Не, а что было-то? Я не понял. Он Каспер, даже если это скрипач, то не порти ему ролик. Нет, ну, буду. Ну, серьезно, дайте типа поснимать, ну, блин, я это... Не буду без еще одного зрения. Дай мне поиграть, я не пойму, что ты хочешь. Вот, правильно говорит человек. Ну, хочешь просто поиграть. И все. Отойдите от него, иначе зарежу всех. Подожди, а разве нормальный человек станет, блядь, сразу брать, увидев нарушение, заходить за админку и тэпать к себе, блядь? Ну да. Ну вот, блядь, это значит ебаный скрипач. На обычные вопросы, что ему вообще нужно, никакого ответа не поступило. Не знаю, по причине того, что он читать не умеет или же разговаривать, я хер его знает. Поэтому пришлось выяснять практическим методом. Я начал думать, что можно сделать такого, что не потревожит ни одного игрока, не доставит ему дискомфорта, и одновременно, что может привлечь его внимание. Я нашел в итоге забаненного, который находится в грин-зоне, а это нон-РП-зона, если что, предупреждаю. И когда ты забаненный на этом серваке, то ты полностью кастрирован в геймплейном плане. Тебе остается только бегать и прыгать. Никакого отношения к РП ты не имеешь. Я делаю одно из самых безобидных, что можно сделать человеку, который стоит в бане и без того уже, и в АФК, который никак не играет на серваке, а просто ждет своего разбана. Я ударил по нему шокером в грин-зоне. И вот результат не заставил себя ждать. А у меня... Я его сейчас не могу просто взять и сделать. Блять, ты умный. Слушай, как думаешь, что можно на него что-то подать, не? Потому что он странный. Вот Джаггер, почему Джаггер не заходит, у меня из ТС друзей удалил? Бей за баненого и. Бей за баненого. Тогда и тебя забанят. Ноу! Слышь, слышь, Легор, прими, под моментом прими, давай быстрее, блин. Живущий в спектейте? Фритазер, блин. А подожди, нет, стой. А, типа, если у чела свой тазер, он просто так всех тазерит, это же фритазер, не? Я бегаю, подслушиваю его жалобу. Заебись. А что, давай сюда, ты пою. Ты знаешь, да, кого скрипача? Ну ладно, сейчас меня тэпнут, уже подслушивать смысла нет. Ха, здравствуй, дорогой, здравствуй. Здравствуйте, новая жалоба за фритазером. Че, вместе теперь? Ну ты в этот в зоне, блядь, грин-зоне тазерил, блядь, челиков. Тебе нормально? Челиков? Плюс еще НРП. Челиков? Ну, игроков. По именам кого? Я как-то забаненного видел, слушай. По именам кого? Слушай, пойдем дамочку. Дамочку можем посмотреть, в принципе. О, да, здесь что? Пошли дамочку, лучше куда? Посмотрим сразу. Пойдем. Пошли, да. Какой лайф или блэс? Ну, типа, не забаненного в АФК в ГЗ ударил, и что? Ну, это НРП, то что ты видишь. ГЗ это НРП зона. В смысле, нет? Но НРП зона. Алло. Но НРП зона это. С хера ли меня тогда вытаскивали, алло? А я вообще попал по нему? Типа, можно, типа, всех тазерить, да, можно и убивать там. А я вообще попал по нему? Нет, попал. Ну, типа, если ты будешь стрелять там, то это будет грин-зона буш. А если тайзерить, окей. Тогда. А если тайзерить? Насчет тайзерить я не знаю. Ну спроси у Вуши, подожди, я Сэнку кого-то. Подожди. Сейчас я в админчат напишу. Подожди, я Сэнку спрошу. Блять, что он алло, от Сэнку, меня Сэнку, хочет? Не знаю. Крипача. Слушай, подожди, если в грин-зоне чел... давай. Надо, если чел в грин-зоне, типа, тайзером делает, это фритайзер? По челикам. Ну вообще нету по правилам насчет тазера в грин-зоне. Их дураки? Ну да, все, да, отлично. Все, давай, удачи. Все, да, это фритазер получается. Почему фритазер? Ну смотри, мне Санка сказал, если он просто так типа стрелял без причины. Да на РП-зоне говорю. Ну спроси сам у Санка, если ты хочешь. Да, 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 спроси. Это РП правило, а я в НРП зоне. Я вообще попал вот, козером по челу. Хоть и да, попал. Стойте, тихо, смотри. Дайте расскажу. Смотрите, он в грин-зоне ударил тазером человека. У него же не будет фритазера, потому что грин-зона это НРП зона. Да. Смотри. Не будет. Обсуждалось с ГЛК, то есть Никитой, плюс с Лазердиком. Как ага. Они объясняли, это также... О части РП-зона. Ё-май, а от какой части? Если я зашел туда без всякого РП?
и зам Рука. А чем конкретно забаненный недоволен? Это не так работает. Это ГСЗА. Будет. Ну, все равно. Так. Нет. Я тебе говорю, зам Рука говорил. Пиздец. Если прям сильно докапываться, то это можно считать как фритайзер. В принципе. Ну, а в смысле фритайзер, если он... Ну... Ну, позвонить, блядь. Понятно. Надо попросить уточнить это в правилах. Ну, я стою в ГЗ, попал по забаненному. РП нет никакого. В принципе, забаненный АФК и ничего не делает. Спорно. АФК, типа, кому я честь делал такого? АФК забаненный в гринзоне. Типа, так ты вроде еще по мафии не по забаненному. По мафиологически. Предлагаю вам запомнить эти слова. Ну, тем более, если он в кастет, то ему применяете правила крипту. Поэтому... По факту он никакого вреда не нанес. Так, а если челику, типа, по мафия стояла, просто так тазернул его. Может, ты доебешься, что я не по РП дышу? Бля, дыши, кто тебя запрещает? Может, тебе идей подкинуть? Смотри. Возьми босса и обыщи меня. Где там с кликом просто шел, типа, блядь, в одного попал, в другого попал. Если как они стояли в АФК... Ты вот, жалуешься не потому, что я нарушил. А по другой причине. Блядь, нет. Да. Я, подожди, говори. Я с другим человеком разговаривал, пошли. Ты врешь. Я всего-то тебя забанил на 10 минут один раз. Ты либо недоношенный, либо обиделся. В гринзоне останется человек или нет? Я не знаю. Спросите у забаненного, который стоял в это время даже, наверное, не за компом, а просто... Пойдем демку посмотрим тогда, не знаю. Давай. Мне кажется, там правило по скриптам, как Сенка говорит, в натуре надо использовать и все. Пиздец. О, короче, он не попал в чего, он попал в забаненного. Как ты говоришь тогда правило по скриптам? Да, Сенка? Получается, у тебя нету нарушений тогда. В смысле? А кто-то вот утверждал, что я попал в человека или что? Ну там смотри, на демке ты стреляешь в забаненного, там один забаненный стоял, там не было человека и никого. Понял? Он хотел попасть, он промазал, В кого я хотел попасть? По кому там? Кибер-мудак там стоял, ты в него не попал. Ну, блядь, ну сантиметр. А он забаненный или нет? Нет, он не был забанен. Там один забаненный стоял. Докажи, что я хотел попасть в него конкретно. Че, его, блядь, ты, блядь, приходишь. Нет, возьми, докажи. Со своими, блядь. Ты обманываешь. Докажи. Что именно? Докажи, что ты я идешь, хотел скотишь, попасть. Блядь, просто берешь. Докажи, что я хотел попасть. Я говорю, ты почти в него попал. Докажи, блядь, что я хотел попасть. Ты сказал то, что я хотел в него попасть. Ну ты идешь. Блядь, нет, ты докажи. Блядь, идешь, предоставь идешь, доказательства. То, что ты бегаешь, показываешь, не доказательство. На демке все было видно, отчетливо. На демке демка говно какое-то, раз там ни хрена не видно. Доказательств нету, ты сидишь, нагоняешь просто так, это обман, и вот в заблуждение. Где я тебя ты все время высказывал то, что я якобы хотел попасть по ну челу. Ну я сказал, ты попал в забаненного, алло, чел. Ты сказал, что я хотел попасть в другого человека, я помню. Админ помнит или нет? Админ слушает? Да, слушает. Я... О? Ну, помнит это? На демке. Но он сейчас говорит, что я хотел попасть в другого хотел... человека, на какой-то другой профе. А попал так типа ты... якобы в забаненного сейчас... по случайности. Ты сейчас говоришь, что по ты хотел какого-то другого человека. Ты умный, ты подходишь к нему попасть. Притык. Ты ему специально в притык подходишь, стреляешь. Зачем он админа перебивает, я не или... понимаю. Введи правила микрофона одного. Ввожу правила одного микрофона, вот смотри, ты мне сейчас говоришь то, что... Ты хотел попасть по человеку, правильно? Нет. Я не так понял. Нет. Я не собирался так по человеку стрелять. Я увидел забаненного, который ничего не делает, он стоит в ФК уже хреново тучу времени. Соответственно, то, что он помню просто постоит еще 10 секунд из этих АФК, пока он забаненный, ему никак не навредит. Он же, после просмотра демки, утверждает, что я хотел попасть в человека, а не в забаненного. И просто мне повезло, то, что я промахнулся и попал в забань. Он тебе одно говорит сначала, потом другое. Пусть определится. Либо пусть докажет нормально. Смотри, мне показалось, что ты сказал, что ты хотел в человека попасть. Вот. Да, я понимаю, я потому и проясняю тебе. Хотел. Вот, а у него... Факт остается фактом.
факт остается фактом, что ты не доказал ничего из того, что ты предъявил за все это время. Он говорил, что ты в забаненного попал. Хотел попасть, не знаю. Ну я в забаненного собирался попасть, я в него и попал. У меня руки нормально работают. Зачем? Тебе какая разница? Оно тебе надо вообще? Все, в общем, чтобы он подал жалобу и доебался, я обосрался тут еще. Давайте. Вот для чего я это сделал. Я это сделал для того, чтобы ты подал жалобу на меня и еще обосрался здесь. Бля, я его точно где-то подловлю. Я его задушню жестко. Бля, я буду за ним следить просто. Ну мне СНК сказал то, что тут нету нарушений, потому что об этой паре поступил. Да пиздец, ребята, я просто в ахуе. Ох, блядь. А, чё? Ты задушил его? Не узнаешь? Нет, не смог. Блядь, наоборот, он меня. Канеки, не узнаешь меня? А нехуй! Канеки. Чё мне, блядь? Меня какой-то чел с ковбойкой убил. Я не могу, таки засрался. Давай в другую местность. Просто позови птичек позови лучше. Я занят. Кстати говоря, этот челик слева сейчас теперь начал бегать за мной. Он же сейчас и спрашивал, получилось ли меня заебать по правилам или нет. И он был очень расстроен, когда узнал, что все-таки нет. И вот он бегает, что-то там просит помочь ему. И потом начинает меня грабить. Его в итоге арестовывают за это. Ну, в общем, смотрите сами. Какой-то ебанат мелкий тоже. Птички птичек летят. Позови. Улучшил. Птички летят, мамить воронья. Подходи, подходи, деньги получай. Подходи, деньги давай. Получай. Долбоёб, блядь. Нахуй иди. Да иди вообще. Пошёл нахуй, жирный, блядь. Утопись, жирный. Свинья ебаная, закрой пасть, блядь. Пошёл в пизду. Что, он съебался, да? Или нет? Или как? На что это похоже? А я помню, что он за ФБИ маскировался под свата и говорил, что не будет мне вообще помогать и будет просто руинить. Джопа Буса, НРП. Личная выгода в том, что, но ему в кайф вот так вот хуйней заниматься. Я пока бегаю, я подслушиваю, ребят, все хорошо. Если у вас будут вот эти вот линии на экране такие разноцветные, вы, пожалуйста, не обращайте внимания, просто по-другому я не смогу подслушивать диалог у чела. Я вот пока вот эту всю инфу не вижу, точнее, пока я вижу эту инфу, там, ХП, куратор и так далее, и вот эти вот всякие точечки, я стараюсь РП не отыгрывать, потому что как бы я вижу, кто где, и то, что я к ним целенаправленно пойду, это будет неправильно. Вот, я просто бегаю по серверу, и все, не более. Если вдруг и будет какое-то РП, но я выйду как бы с этого спектейта и потом зайду обратно, ничего трудного. Кроме бля, вот этого мэра, человека, тут человек ко мне проник, тут человек... Давайте. Быстрее меня ж друг ждет. Зачем ты туда залез? Банно. Сейчас а это... Что? Какое проникновение? Проникновение умный? В мэрии. Это... Ну, ты проник на территорию мэрии. И что ты ожидал? Фриарест? Серьезно? Хорошо. Он, естественно, жалуется на какую-то хуйню, хотя его арестовали вполне себе заслуженно. Он без особой на то причины зачем-то залез в мэрию, потом, как он объясняет, получить лицензию, хотя ее можно получить и без проникновения на территорию мэрии. Ну что ж, он думает, что меня на той жалобе нагрузили так нормально по поводу фритайзера, и он пытается искать какие-то еще поводы для того, чтобы кинуть на меня жалобу, либо, наверное, принять от кого-то другого жалобу на меня по сговору. Теперь, получается, моя очередь наступила заниматься тем же самым. А вы как думаете? На что жалоба? На фриарест, смотри. Я зашел как бы к мэру в кабинет, там была открытая дверка, да. Я туда зашел в кабинет к мэру. Меня арестовывают по причине проникновения в мэрию. Я думаю, это ненормально. Почему ненормально? Почему ненормально? Алло, я... Как я мог проник в мэрию, блин? Типа мэрия, это вся мэрия, ну, как сказать тебе... Для чего? Сколько тут сидит? Ты проник. Короче, блин, для чего ты проник? Некорректно. Не знаешь это? Какого я не проникал в мэрию? Алло, она была открыта. Я зашел в мэрию, потом иду, говорю, мэр лицуху, там я смотрю, открытая дверь, я захожу туда, в принципе. Для чего ты говорит, проник в мэрию? Как я проникал в нее? Блять, дверь открыта.
Я зашел. Типа, мне нельзя заходить в мэрию, да, типа, блядь. Ну ха, окей, я понимал бы, если было бы комчас, блядь, я бы туда, конечно, ты зашел бы как-нибудь. В специально огороженное место, которое по случайности зачем открыто было. Зачем? Нет, мэр просто передо мной зашел, блядь, типа, лицензии, блядь, открыл все, чем. А тебя кто звал? Ну, некорректная а жалоба. А тебя кто звал? Туда заходить. Надо было за лицуха, че. Лицуху можно получить и снаружи. Некорректная лицуху жалоба. Лицуху можно получить и снаружи. У тебя нон-РП. У тебя нон-РП. В чем? В этом. В этом. В чем в этом? Тебя не просил никто лезть в кабинет мэра. В чем НРП, то что я прошел, там была открыта дверь, и все это НРП, по-твоему? Какой весомой причиной ты туда залез? А какой залез? Она была открыта дверь. Гейпад был открыт. Передо мной. Он тупой, блядь, он не понимает. Залез, зашел. Похуй. Я стоял на месте, ко мне человек подходит, тайзерит меня. У него получается фриарис и тайзер, блядь. По какой, блядь, причине ты залез туда? По весомой. По какой? По какой? Лицуху получить. Можно мне другого администратора? Это не причина туда лезть. Куда туда? В кабинет мэра. Кабинет мэра. Да хотел залезть, что в этом такого? Для этого нужна адекватная причина. Подожди, я позову Андрю. Что он хочет, блядь? Барт, слушай, можешь прийти, а, помочь? Выходит за... нон-РП. Можешь прийти, а, помочь? Я тут выкипаю уже. Ну, давай. Блядь, салам алейкум, смотри, Барт. Я, конечно, понимаю, что я сейчас буду охуевше очень звучать в ваших глазах, но а почему без моего разрешения на моей жалобе присутствует какой-то другой администратор? И почему себе игрок позволяет звать какого-то другого админа, а не разговаривать прямо со мной? Это уже повод для первого предупреждения по правилу неадеквата, а также помехи жалобы со стороны админа, который пришел сюда. Нахожу, смотри, передо мной. Можешь уйти, падает. Флэш. Бля... Мы разбираемся. В чем НРП, скажи мне, пожалуйста, я хочу узнать. Я уже объяснил, в чем НРП. Мне вообще вот прям прикольно стало. Я уже объяснил, в чем НРП, если вы не в состоянии читать, я не виновна. Перейдем к другим вашим нарушениям. Джоб-абуз. В чем джоб-абуз? Вы специально взяли профессию госа, что намеренно портить игру. Какую? Где? Именно что? Это было около 20-40 минут назад. FBI. Угу. Джоб-абуз. Я был вайпером. Умно. Я был випер. Угу. Я переоделся как бы. У вайпера есть маскировка? Есть. К твоему сожалению, есть. Почему, к моему сожалению, если вы все же не по назначению пользовались ею? Что, не по значению? Ну, я скрывал свою, так скажем, деятельность. Вы намеренно замаскировались под госа не по РП причине. Умный. Я маскировался, ну, чтобы, блин, как бы меня не узнали. Ну, как бы, я же такие дети, которые видят вайпер и все, блин, типа, вечно за мной гоняются будут. При иск маскировки вы обязаны соответствовать той профе, под которую маскируетесь. Что, ну, как тебе человек сказал то, что мы твои помощники? NRP плюс джоб-абуз плюс один. А, 1.7. Правила маскировки. Умно. Я требую вышку. Я хочу, чтобы вышка сюда пришла и доказала ты то, тупой, что у меня NRP плюс 1. Маскировки вы обязаны соответствовать той профе, под которую маскируетесь. Я хочу, чтобы она прям доказала. Мне сказал это да, а не покупной домой. Мало ли, что этот ебанат там хочет вообще вышку, еще кого-то позвать. Теперь наша очередь веселиться, ведь он уже подгорел, когда я ему сказал про нон-РП. Вместо этого вы бегаете и кричите о том, что будете мешать. Нет, я имею право вышку позвать. Чтобы она это мне это не точно суть, сказала. Чтобы доказывать что-то. А ты мне можешь это прям доказать? Смотри, ты покупной администратор, что-то, чем ты мне можешь этим доказать? Я не доказываю. Я просто перечисляю факты. Я не доказываю, я просто перечисляю факты. Минутку, я звоню человеку. Хорошо. Хорошо. Сынок ёбаный, ты куда звонишь? Я не понимаю, куда... Всё, заткнись нахуй! Алло. Пидорас ёбаный. Ладно, звоним другому.
Блять, пожалуйста, не поднимайте от него трубку, вам же хуже, возможно, будет. Не надо этого делать, ребята, пожалуйста. Если у вас чел завис с каким-то ёбнутым админом на жалобе, не надо этого делать, я вас предупреждаю. Ну дай мне найти вышку, если ты не хочешь хрэта, чтоб сюда пришел. Вы тянете там, время. Прям. Я хочу, чтобы вышка пришла, ты не отказываешься от этого. Ты умный. Не по делу разговоры и оттягивание влияния. Давай, давай, бань, я на тебя тикет напишу, блядь. Всем будет похуй на ваш тикет. Не будет, уверяю, не будет. Будет. Не будет. Блядь, все против тебя сейчас здесь настроены, умные, блин. Тут только малолетки, блядь. Я тут один и вы. Тут только малолетки, только тебя, блин, только ходят, типа, ооо, скрипка, ё-моё. Или это просто, блин, фан какой-то скрипки переоделся в него. Но 1.7, ты где ты взял? Малолетки скажи. Хотя бы умеют читать, в отличие от вас. Конечно. 1.7, ты откуда взял? Вы же неандерталец, из правил. Там так прям и написано, да. Если используете по назначению, тоже нарушение правил. Маскировки, да? Поскольку нон-РП здесь не стакается, нарушение у него будет не 4, а 3. А это значит, что до рецидива осталось всего лишь 2 правила. Сначала я думал развести его таким образом, чтобы он сказал, что не оскорблял меня, и у него тогда бы были подтвержденные правила оскорблений, а также обмана администрации и вуаля рецидив, но нет. Но нет, ребята, у него будут 2 правила оскорблений нарушенных. Он оскорбил меня и игрока, который якобы мной притворяется, по его мнению. А это как? Я вам сейчас объясню. Но вот я бегаю по серваку, я никого не трогаю, никому не распространяюсь о том, что я это я по идее, по факту для всех обычный игрок такой же, как и они сами, то есть я не я, никто не знает ничего. И ему я о том же говорил еще до этого, то что я не скрипач, чувак, ты путаешь что-то, я обычный челик, который просто хочет поиграть, но его это не остановило, он все так же продолжает оскорблять и меня... И меня. В итоге мы этому австралопитеку сейчас будем вбивать в голову такую инфу, то что я на самом деле просто реально обычный админ, который никакого отношения к медийке, к скрипке тем более не имеет. А вышло так, что он оскорбил и медийку, и не медийку админа, который сейчас с ним на жалобе. Звучит этот метод по-уебански, звучит по-душниловски, я вас прекрасно понимаю, возможно недовольных тоже понимаю, но что поделать. Хотя с другой стороны, метод очень прикольный, и я таким пользуюсь вообще впервые. Вот это я понимаю, жалобы на Dark RP, убедить ебаната в том, что он, оскорбляя одного человека, умудрился оскорбить двоих людей сразу. Да после таких жалоб, мне кажется, уже можно сразу же, без задних мыслей, надевать смирительную рубашку и закидывать чела в мягкую комнату. Готов поспорить. Давай, бань, не надо, давай. Что вы меня оскорбляли? Алло, да бань уже, алло, что ты делаешь? Ну, словами. Какими? Ну, я не знаю, оскорбляли ли вы или нет. Даже не здесь, где-то еще. Не так обязательно в ДС. Так время, оскорбляли тоже. Или нет? Просто так скажи, оскорбляли чем я или нет? А я что, помню? По-твоему, я помню? Это когда ты говорил, там, сколько было, 30 или 40 минут назад ты говорил? Вдруг там, это было недавно. С тобой был конфликт какой-то. Вдруг стояли, это да? Было ну, недавно. Ну, вот ему, типа, в кайф было так посидеть, мне тоже. Алло, да делай уже, алло, уже, алло. Второй? Второй бред. Ответьте на вопрос. Алло, бань! Бань, просто бань, пожалуйста, бань. Всего-то бань. Надо ответить на вопрос. Я помню, скажи. Если я не помню, что мне нужно ответить? Может, последний час? Ну, последний час вы, может, как-то оскорбляли. Ну, покажи мне это, я, может, вспомню. Ну, блин, есть у тебя демочка, если я просто хочу посмотреть, и я скажу точный ответ себе. Демки? Ну, покажи, демки я... у меня нет. Ну, блин, ну хотя кто-нибудь, ну ПК и ладно, не игроки. Позволяет. Так, ну, блядь, а давай я у себя посмотрю демочки и посмотрю. А, ну может то, что я тебе сказал, блядь, посмотрите, тебе я ебать. Подожду. Не, может я сказал то, что тебе мозги буду делать. Это то, что по-твоему оскорбление? Ну или говорят то, что скрипка такой-то нет, такой плохой я человек. Я про именно оскорбление. Ну окей, то, что я называл скрипач, то такой, плохими словами. А разве вы являетесь скрипачом? Нет, ну вы-то считаете, что я это он. Ну вы-то считаете, что я это он.
Ну, в принципе, все сходится, но просто если это не вы, ну, да, ну значит, тогда будем отталкиваться от того, что вы оскорбляете меня. Ну, то есть вы не являетесь скрипачом, да? Нет. Ну, значит, ну, блин, скрипача оскорблял. Ну, может, еще там, что там было, я не помню уже. Помню, что я скрипача оскорблял. Это он. Но вы же считали, что я это он. А, ну, в принципе, да, да. И оскорбляли меня. Но это же не вы. Просто то, что вы являлись им, но это не вы. В принципе, что? Вас же по-другому зовут. Вот гипераис. Так оскорбляли, да, или нет? Я вот только этого оскорблял. Скрипача. Так. Что? Так только что вы помнили. А теперь забыли. То, что я это оскорблял как... скрипача. Подожди. Про что ты говоришь сейчас? Я сказал, может, вы как-то еще оскорблял. Вы потеряли нить разговора. Я сказал, может, я тебя как-то еще разговор... ну, может быть, это так. Совсем другое слово. Да или нет? Я не помню. Тогда или нет? Если я скажу нет, он у него сразу появится фрапсик, я офигею. Слушай, за эти минуты, которые мы стояли, я бы уже давно баном сидел бы. И надо было так тянуть. Ну, ты меня своим вопросом оскорблял. Так вы и меня, и скрипку оскали. Да, все. Dead Star, помоги. Встал я уже от этого. Я находился на тот момент в профе админа, а скрипка нет. Я про скрипку о, только и говорил. Про тебя, когда ты ходил, я просто про тебя, да, говорил, да. А тут и нету говорю, скрипки вот, вообще-то. Ну, ты плохой, что-то путаешь. Да, вот это, чмо тудым-сюдым, да. Вот это ходит туда-сюда. А когда, блин, ты был на микрофоне, говорю, вот так. NRP плюс 1, 7 плюс Джопабус, плюс OSA, плюс OSADM. Ты что, рецидив мне хочешь приписать, что ли? Не хочу. А пропишу. Алло, позови вышку, а? Не хочу, а пропишу. Денсар, позови сюда, пожалуйста, вышку. Я тебя прошу, блин, я не могу, не выношу с этим. Я не выношу с этим. Он просто добавляет какие-то, я не знаю что. Позови вышку, алло. Какая же я сука, блядь. Я так от себя кайфую, блядь. Ну а что ты хотел? Ну вот, а что? А кто знал? Извиняюсь, что подожди, я хочу вышку, я хочу вышку, алло. Что он приписывает что-то, я не я знаю что. А, вот. Пожалуйста, помоги, всё. Егорушка. Не ори да, мне я в ухо, в ухо мне не ори. Я тебя, пожалуйста, прошу, он мне прописывает, я не знаю что. Он мне хочет рецидив прописать. Молодец. Он молодец, да ты молодец. Ты, ладно, все с тобой понятно, ложка. Он хочет тебе рецидив приписать, но... Вы и меня, и скрипку оскали. Громко. А когда ты в админ профе да. был, как я вы отдал громко тебя, скажи сказали мне. Да. Скажи, как я тебя отдал нет. в админ профе? И где Джопабус 1.7? Разве этого не было? Кстати, давайте по порядочку, вот, начнем разве с ОСА. Разве этого не было? Он оскорбляет человека за гранью РП. А ОСАДМ? А он оскорбляет меня, когда я находился в профессии админа. Ну я оставил скрипку, алло, я скрипку, он что, скрипка что ли? Ну... Он после этой хуйни в дурку уедет, блядь! Ты же не можешь знать заранее. Он подтвердил то, что он скрипка. Что дальше? Он подтвердил то, что я он не скрипка. Скрипка. Я об этом сказал несколько раз. Ну все. Я вам задал вопрос. Вы оскорбляли и меня, и скрипку. Вы сказали да несколько раз громко. Мы это запомнили. Соответственно, вы оскорбляли двух людей. Одного за гранью РП... Чисто, ну, личность вы пытались оскорбить, а другого вы игрока оскорбляли, когда он находился в профе админа. Это то есть я. То есть ты скрипка, получается. Так ну, я-то да, не скрипка, но вы-то оскорбили двух людей в итоге. Даже, ну, может, хотели одного оскорбить, а оскорбили сразу двоих. Так. А этот... НонРП или что у тебя там? НонРП в том, что он не играет по назначению своей профессии. Джопабус, что он обузит возможности профессии для своей личной выгоды. А 1.7 это то, что он использует маскировку не по назначению и неправильно. Каким образом? НонРП, он берет, маскируется под профессию, будучи вайпером, маскируется под ГОСа, чтобы якобы бегать за мной и испортить мне игру. Вот. И получается, маскируется он
лишь для этой цели. Но это не основное назначение профы, под которое он маскировался. То есть он маскировался под свата и под ФБИ. Он не отыгрывал профессию, которую он, ну, взял маскировку. А как ты понял то, что он не отыгрывал именно профессию? То, что он замаскировался там? Он бегал и прямо говорил о том, что он будет мешать руинить игру. Вот. Но он бегал, это обсуждал с другим человеком. Также в этой же РП-профе, в этой маскировке. Специально бегал, преследовал по серверу и не давал всячески покоя. Я говорил, что буду мешать видео. Все-таки мои предположения о том, что вы ни читать, ни писать не умеете, были правдой. И он играл не по назначению на профессии вайпера. Заказов он тогда не выполнял. Его единственная цель была просто бегать за одним человеком и мешать ему. Маскировка он по этой же причине пользовался. Окей, давай, чё? Типа я был сватовцем, да? Ну, чтобы проследить, да? Вдруг на тебя заказ будет, в принципе. Нет, неправда. Ты следил? Неправда. Ты следил за ним? Неправда. Он говорил о том, что он будет мешать и руинить. Один из них, кстати, нарушил правила фридамага. Но не он, а его друг. Даже меня продамажили друг, палкой на где-то на 2-3 хп. С одобрения вот этого чела как раз таки им было весело. И из всего этого вытекает 3 нарушения. ННРП, правила маскировки и джопа-босс. Профессию он взял эту не для того, чтобы играть именно вот так вот. А то, что он пытается оправдаться, то, что он якобы по-другому делал, это уже тянет на попытку скрыть информацию, которая его, ну, дискредитирует. А это махинации. Значит, это также можно будет, возможно, добавить, что я и сделаю форму. Даже если джопабуза не будет, будут махинации. Слушай, понимаешь, я всей ситуации точно не знаю. А зато знаю я. Я был... Ну вот, я хочу сказать, ну ты же админ, ты же решаешь. А то, что ты говорил, то, что у тебя фрапса нету, типа вообще не было у тебя фрапса, а как ты узнал то, что чел тебя задамажил? Я просто помню, у меня нету демок. Ты просто стоял в ФК. То есть смотри, у тебя нету демок, да, правильно? Ну да, у меня нету демок, потом но я это помню. Потом ты сказал, что у тебя была демка. Потом ты сказал, что у тебя есть демка. Только я не говорил, что у меня есть потом, демка. Да? Не надо переначивать мои слова. У меня нету демки, не было, и до сих пор нету. А как ты докажешь то, что я, блин, джобабузил вообще? Может, я заходил там за профессией? Доказывать? Типа, я не доказываю, я просто говорю, перечисляю факты. Я об этом в самом начале сказал. Факт в том, что вы не играли по назначению своей профессии и просто использовали ее функции для того, чтобы как-то развлечься, что не соответствует правилам. Но я выполнял заказы. Да, возможно, и выполняли, но в тот момент, когда вы пытались намеренно как-то помешать, побегать за мной, вы не выполняли ни одного заказа, а просто обсуждали, как вы будете портить игру. В итоге вы потом еще успели и меня, и скрипку оскорбить, и отсюда выходит рецидив. Игнорить нарушения я не имею права. Такова моя работа как администратора. Я вот поэтому, я жду форму, пока примет какой-нибудь админ, который может этим заниматься, и выдаст вам наказание. Форма такая, в соответствии с распоряжением вышки, получается, платный разбан покупать нельзя. Если человек купит после этого бана платный разбан, то ему, ну, еще будет хуже намного, чем 5 дней бана. Такая уже практика была, и мне разрешили этим заняться. А, кстати, еще стоит упомянуть о жалобе, которую человек подавал, чтобы как-то, как он говорит, подушить. Чтобы занять время мое. А потом он, кстати, после жалобы, получается, созванивался со своим другом, который нарушил фридамаг в мою сторону, и обсуждал, как не получилось этого. И, кстати, оттуда уже пошло, получается, нарушение правила ОСДМ. Что? У кого стоит? Где? У него, он меня оскорбил в тот момент уже. Ну, демка есть. Не, я просто не понял, ты про кого, про моего друга ты говорил, что... А, у него друг, я не знаю, на сервере или нет, но я потом уже тогда до него доберусь, а пока мне нужно разобраться с этим. Я тебе могу... А нужна ли демка? Или я что-то не так говорю? Я врал все это время, по-вашему? Я не знаю. Не знаете или просто не хотите отвечать? Я дальше с тобой диалог вести не хочу. А вы понимаете, что я до сих пор это разбираю сейчас, вашу жалобу, и вы не отвечаете на мои вопросы? Что? Я уже задал вопрос. Каков? Что? Вы забыли? Что-то я говорил неправду? Ну просто... демо есть? Просто интересно. Да нет у меня демки. Но окей. Вы как сами ты говоришь, не можете то, в этом сознаться. На тикет всем будет похуй? Смотри, то, что ты говоришь, то, что всем на тикет будет похуй, но его точно примут. Да, примут и тут же закроют, потому что не будет никакого состава для этого.
для жалобы. Потому что если вы покажете свою демку, которую вы записывали на, наверное, этой жалобе, на прошлое, которую вы на меня подавали по какой-то фигне, и до этого 100% вы записывали, если вы ее покажете, там вскроется все то, о чем я говорил. Так бы, в противном случае, вы бы давно показали демку, вызвали админа, который может этим заняться, и меня бы наказали за мои нарушения. А в этом случае нет. Вам нечем себя защитить, что и молчишь, вы понимаете что? Это. Не, просто стою. Да, все. Смотри, насчет твоих нарушений... А, еще, кстати, стоит упомянуть о том, что он пытался позвать донатного рута или наборного, я не знаю, чтобы тот помог ему, получается, с вердиктом на жалобе, который он на меня подавал, потому что я якобы скрипач. Ну, вот он подал на меня жалобу, разобрал ее другой админ, и ему не особо понравилось то, как он ее разбирает. Он начал просить тэпнуться от другого админа. Он начал звонить на жалобе и отбегать, говорить, типа, тэпни сюда, тут у меня жалоба на скрипача, и вот по тому-то, тому-то поводу. Что? Я сказал то, что если такая причина, то что, типа, ты стоишь, ну, просто так тазеришь, короче, в ГЗА, а вы прямо, сказали о том, что тут якобы скрипач на жалобе находится. Но его там не было. И ради этого вы позвали другого еще админа, чтобы он вам якобы подсобил, чтобы он объяснил со стороны, ну, админа, который повыше. Я его не звал, я всего лишь чтобы уточнить это правило, ну, то, что что-то нарушил. О, я его не звал, я уточнил. А вы в этом уверены? Вы можете предоставить демку, где вы как раз просите просто помочь по-человечески админа, не потому что вам нужно срочно кого-то наказать и задушить, как вы говорили ранее, а просто потому что вы были возмущены тем, что кто-то посмел нарушить правила и подорвать РП-атмосферу на сервере. Ладно, я понял, вам трудно на это ответить, потому что вы не способны воспринимать такие длинные предложения. Вы можете доказать обратно или нет? Ну так, ответ будет, нет? Нет. Я все еще разбираю жалобу, отвечайте на вопросы, пожалуйста. У вас 2 предупреждения из 3. Что? Ну, вы можете доказать обратное что? Тому, что я говорю. Ну, смотри, я могу доказать одно. Смотри, то, что, как я его звал, скажи мне. Я его уточнил правило. А он сказал, да, есть такой, это фритазер. Правильно, но я его не звал. А вы просили позвать администратора, который, вот, ну, о ком я говорю. Вы просили это у другого админа, который разбирал вашу жалобу. Я это помню. Ну, я позвал и... Но вы говорили, что вы не звали никого, вы просто спросили совета по правилам, а теперь вы, оказывается, звали. Ты сказал, рута я звал. Ты сказал, я рута звал? Я рута не звал. Потом ну, естественно, прилетел. Он придет, прилетел, потому Лакин. Что вы до этого обсуждали, как бы до меня докопаться. Пришел Лакин, хелпер. Я просто позвал, ну, типа, набор туда, пойти. А, нет, пришел Сенка. Пришел Сенка, который является рутом, если мне не изменяет память. И начал активно участвовать как раз в разговоре, который был о фритайзере, да? Ну, значит, так и было, как я и сказал. Вы попытались позвать и привлечь внимание человека, который тоже заинтересован в том, чтобы мне насолить. А мне нужно еще больше доказательств того, что человек, ну, систематически нарушает правила, и просто ради того, чтобы кому-то насолить на сервере, он способен, ну, нарушить несколько правил на рецепте. Мы с вами сидим достаточно долгое время. Вам все нравится? Вам нравится работа администрации? Да. Вашей, ну, честно, возмущен, сильно возмущен вашей работой. Хорошо, вы можете оставить возмущение при себе. Почему? А кого оно волнует? Всех. Нет, я всего лишь спросил, что вам нравится, а не что вам не нравится. Так вот, я дал форму, я хочу, чтобы человек получил рецидив. С этой подписью не покупать платный разбан. Я с вышкой согласовал. Это они разрешили сделать такую подпись, и вследствие чего он не может будет из-за этой подписи покупать себе платный разбан. Если он купит его, то будет бан еще больше. Тебя встречу. Может, там на дороге где-нибудь, нечаянно. Встретимся прохожими. Да нет, вряд ли. Еще как встретимся. Да нет, вряд ли. Там, где я хожу, его не пускают. А что он хотел? Он реально думал, то, что он меня напугает, то, что встретимся где-нибудь на дороге. Ну все, собственно, наигрался, ебанат.